домику. А ты расскажи ребятам все-все, как было. Расскажу. Вот медведь. Ой, какой страшный. А в этой еранге сидел Ехтыргын. Старый дед Ехтыргын. Добрый дед. А я был на охоте. Хорошие новости. Очень хорошие. Спасибо. Ехтыргын! Дед! А я, дед, однако, моржа добыл. О, ты будешь большой охотник, Сармико. Да, я буду большой охотник. Сегодня Радис сказал мне. Радис сказал, что на зимовку вылетел самолет. К нам! Самолет! Патроны везет, карандаши, книги везет. Дынкай! Дед, я на зимовку пойду, самолет встречать. Заливом нельзя, лед плохой стал. А я берегом обойду. Солнце взойдет, и я вернусь. Нэнкай! Здравствуй, хозяюшка, здравствуй. Ну, как живешь, а? Я очень хорошо живу. А ты краски привез? Книжки привез? Привез, привез. Все, что обещал, все привез. Все, что обещал, все привез. Ну, мои маленькие друзья на этот раз будут очень довольны. Карандаши, краски, книги. Ой, сколько! А эту книгу очень хотел Сармико. Папа, я сейчас к нему поеду, можно? Куда? В поселок? Сармико? Нет, нельзя, Леночка. А я же раньше ездила. А теперь на заливе лед плохой. Да и метель может подняться. А я не заливом, я берегом поеду. Папа, меня Олежек быстро-быстро довезет. Ну ладно, ладно. Только смотри, если обещаешь берегом ехать. Обещаю! Честное пионерское! Теплое лето идет, идет. Море ломает тяжелый лед. Скоро и в тундре весь снег сойдет. Вперед, охотник, вперед! Нас на зимовке товарищ ждет. Русская девочка там живет. Самая умная, самая смелая пионерка Леночка там живет. Дядя Степа! Там гладко, мы бы
мигом домчались. А берегом еще далеко ехать. Да, Олешек? Давай поедем заливом. Целую зиму ездили. Ну чего? Ну чего бояться? Давай попробуем. Сармико. Там, на льдине, его уносят в море. В море? В море. Море хочет взять Сармико. Мальчик на льдине унесен в море. Мальчик на льдине унесен в море. Мальчик на льдине унесен в море. Мальчик унесен в море. Мальчик на льдине унесен в море. Человек не может спорить с морем. Товарищ Эхтергиев, иди скорей слушай. Внимание! Говорит полярный радиоцентр.
говорит полярный радиоцентр. На поиски льдины с мальчиком послан самолет. Дано указание судам, находящимся в море. Дедушка, слышишь? Спасут его! Спасут Сармико! Слышу, слышу. Сильный стал человек. Очень сильный. А море сильнее. Ну вот, Нинкай, сгорят наши нарты. И больше у нас дров нет. Вот книга есть, но ее нельзя. Это Лена мне взяла. Хороший товарищ. Москва. А это Кремль. Пора спать, Леночка. Не могу, папа. А Сармико? Как там Сармико? Худо, Нинкай. Холодно. Все сгорело. Не спи, не спи, Нинкай. Нельзя спать. Замерзнешь, умрешь. А умрешь? Ничего больше не увидишь. А мне много видеть надо. Мне Москву увидеть надо. Отметь посадочную площадку. По углам зажги факелы. Дядя Степа! Понимаешь, Нинкай, нас спасут! Нинкай, сейчас много есть будем, а потом много работать. Лена, Сармико нашли. Нашли! Дядя Степа нашел и велел отметить посадочную площадку. Боюсь, не справится мальчик. Сармико, справится! Надо дедушке сказать!
Кай, лед трещит. Сейчас все сломает. Мункай, что делать? Дядя Степа прилетит, разобьется. Надо тушить огни. Скорее. Летит! Ветер штормовой. Лед поломан. Пытаюсь сесть на воду. Иду на посадку. Дядя Степа! Взяло Сармика. Зачем жить, Ехтергин? Дедушка! Дедушка! Здравствуй, дедушка! Сармика! Прилетел дядя Степа. Вот какой самолет, какой большой и красивый.